Добрый вечер, дамы и господа. У нас не очень много, я рада всех видеть. Для вас играет ансамбль «Живые люди». Вот, а еще тут говорят, у одной вашей хорошей знакомой был день рождения 2 дня назад. Говорят, потому что я что-то уже ничего не понимаю на день рождения. Было достаточно много уже в моей жизни, как бы странное событие, тем не менее. Вот, играет ансамбль «Живые люди». Мы начали свое выступление с композиции, которую написал Павел Скорняков, наш альтсаксофонист. Композиция называлась «All Day». Ну, я думаю, что мы играем, мы вообще все это делаем, все это происходит для того, чтобы праздник в нашей жизни был не один раз в году, а почаще, желательно каждый день, весь день, все дни. Мы продолжаем моей песенкой, она называется «Остров». Это песенка про, ну, такая зарисовочка природы, такой немножко русской, немножко южной природы. Песенка задумана и начата в городе Путивле. Да, Татьяна, ты совершенно правильно аплодируешь, мы там были вместе. В городе Путивле на реке Сейм. Это такая медленная, южная, теплая река, которая течет под склонившимися над ней ивами. Остров. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Хорошо, мы, пожалуй, продолжим такой совсем светлой песенкой, светлой летней песенкой. Она называется «Северное море», написана в Прибалтике, на Балтийском море. Видите, как-то много зарисовок природы, это как-то само получается, видимо, когда красиво, это вдохновляет на что-то. «Северное море». И если можно, бас мне в монитор еще сколько-то. Ага. Спасибо. Thank you.
Мы продолжим. Еще одна странная немножко песня. Она на этот раз написана не в Путивле, не на Балтийском море, всего-навсего в Москве. Песня называется «Далеко». Прямо так и называется. Thank you.
Большое спасибо. Мой любимый, замечательный, прекрасный ансамбль «Живые люди». Это Павел Скорняков, альтосаксофон, альтосопрано-саксофон, автор некоторых композиций. Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Филипп Мещеряков специально прилетел к нам из Санкт-Петербурга сегодня. Контрабас. Саша Машин, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Мы сделаем маленький перерыв и продолжим через минут 10, я думаю. Thank you.
возможно, вы узнали эту композицию. Эту пьесу написал Джон Колтрейн, великий Джон Колтрейн, тема называется «Найма». Мы как раз только что поговорили с прекрасным барабанщиком, который играет с нами сегодня, про то, есть ли смысл ансамблю «Живые люди» играть известные композиции, не только авторские. Я думаю, что мы все-таки живем не в безвоздушном пространстве, не в вакууме. Откуда-то выросли, кто-то был до нас и кто-то будет после нас. И я думаю, что имеет смысл каким-то образом работать, каким-то образом реагировать на то, что происходит в мире, то, что происходило в музыке. И поэтому мы сыграем еще одну известную композицию. Она называется «Well, you needn't». Ее написал, опять же, великий и ужасный Thelonious Monk. Если кто-то знает, кто это был такой, это был человек, который написал очень много хорошей музыки и прожил очень странную жизнь. Вообще был очень странный человек. Но, тем не менее, он изменил музыку, в большой степени изменил мир музыки. Thelonious Monk, «Well, you needn't», прочтение ансамбля «Живые люди». Thank you.
Вот такая мысль необычная трактовка. Я святого Неосимонка. И сейчас мы попробуем в таких условиях немножко специфических, тем не менее, сыграть одну пьесу, она как достаточно значимая. Дело в том, что мы записали альбом. Мы этой весной записали альбом, и 8 ноября, вот здесь на первом этаже этого прекрасного клуба, пройдет презентация этого альбома. Альбом называется «Плоскости». Что такое плоскость? Понятно, ну такая немножечко аллюзия к геометрии, да, к точным наукам, к пространственному мышлению, пространственно-абстрактному. Тема называется «Плоскости». Это заглавная композиция нашего альбома, который 8 ноября здесь, в клубе Козлова, мы презентуем. «Плоскости».
Ну, вот такая маленькая реклама нашего альбома и нашей презентации, которая состоится здесь 8 ноября в Нижнем зале. А сейчас мы... Что мы хотим сыграть? Да, специально для моих замечательных подруг, по просьбе трудящихся, вот, можно сказать, давняя-давняя, старенькая-старенькая песенка, называется «Алиса». Посвящается всем путешественникам во времени и пространстве. Thank you.
Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья, ибо в этом зале сегодня практически только мои друзья. Для вас играл ансамбль «Живые люди». Павел Скудников, альто-сопрано саксофон. Автор последней композиции называлась «Every Season». Юрий Севастьянов, тенор саксофон. Филипп Мещеряков, контрабас. Саша Машин, барабан. Большое спасибо моим коллегам, большое спасибо вам. Меня зовут Наталья Скворцова. Завтра мы в Хиден-баре. А 8 ноября здесь, на первом этаже, мы презентуем свой альбом. Ансамбль «Живые люди». А еще я где-то здесь вижу нашего директора Виктора Диеску. Он, наверное, что-то хочет сказать. Скажешь? Иди сюда. А что бы я хотел сказать? А, здравствуйте, вначале. А во-вторых, я хотел бы сказать, что я благодарен Вселенной и судьбе, в конце концов, Господу Богу, за то, что познакомился с Наташей. Это было 3 года назад, и мы стали работать вместе. 2? Да? Ну ладно. Хочется, значит, тебя дольше знать. Но в любом случае, один из самых близких. Это можно просто говорить про поздравления, то поздравление и все, но для меня это один из самых близких людей, наверное, в моей жизни. Поэтому, Наташка, я тебя безумно люблю, и думаю, все в этом зале тебя безумно любят. И с днем рождения тебя!